Всем привет! Сегодня у нас запеченные роллы собственного приготовления. В домашних условиях. Да. Салат чука и... Неразрезанные роллы. Да. Шапочка у нас тут получается напополам сметана, майонез, сыр. Здесь просто я оставила вот так просто кушать. Какие, где, чего, тут начинки разные. Есть с омлетом, есть... с колбасой вареной, есть с крабовой палочкой, есть даже гунканы попробовала сделать. С кабачком даже есть. А, даже с кабачком есть, обжаренным, да. Так что, дорогие друзья, соевый соус у нас свой тоже. У нас есть... А, я еще забыла имбирь поставить. Так, вот имбирь, да, у нас есть. Васаби, у нас есть васаби, но я не стала васаби уже, потому что тут рыбы нету. Будете вам положить имбирь? Давайте вот сюда вот я поставлю на серединку, если что вдруг. Так что всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать или просто хорошее настроение от просмотра. Да, будем пробовать, конечно, палочками, но я думаю, лучше руками. Я тоже. Ну вот эти-то можно палочками, вот эти вот точно на руками. Да, вот я вот такие тут. Вот такие вот. Какой здоровый. Вот так вот в разрезе. Потому что я затянула очень плохо. Я давно уже не делала. А нас попросили приготовить свои роллы. Вот я сегодня сделала. Даже Аня у нас покушала. Это вкуснее, чем по заказам. Да, Маша? Я почему и говорю, надо в рот прям засовывать его целый. Потому что я затянула плохо. Да, я что-то большое взяла. Это, наверное, ты взяла гунькан вообще. Да? Или ты с листиком взяла, который тоже был? Нет. Так, тут у нас вот это вот гунканчик. Вот такой вот я да взяла. Я тебе говорю, значит, ты взяла гунькан. У тебя был с крабовым мясом, да? Угу. Вот здесь курочка в духовке вчера, которая запеченная. Я ее мелко нарезала. Кабачок здесь жареный. И все вроде бы. А вот это, Ваня, для тебя. Тоже маленький я тебе сделала. Чтобы тебе было удобно его взять. Да. И тут еще васаби немножко. Угу. Ага. Очень вкусно. Чука тоже вкусная, но когда ее много поешь, что-то такое послевкусие. Да. У нас роллы сегодня и с солеными огурцами, и со свежими. И поставила я их в разнобой, чтобы не понять, где какой. Да. Кстати, тут это правда очень вкусно. Вкуснее доставки. Может, мама процессе будет делать роллы? Запеченную? Угу. Ладно. Да, вот кабачок, омлет, крабовая палочка и огурчик соленый. Я вот этот вот возьму. Угу. Такой большой. Угу, держи вот так вот его. Да, очень вкусно. Да, все-таки мама повар от Бога. Прямо уж. Мы сегодня с Аней ходили в магазин. Ну, вот за всем вот этим, вот, что у нас не было. Я что увидела, вот эти вот листинори очень сильно поднялись в цене. Раньше они стоили 130-140. А сейчас они 230. Ничего себе. Угу. Да, что-то везде цены поднялись. На все. Поднялись очень сильно цены. Кассирша, я говорю, господи, сегодня скоро к вам вообще никто не придет за продуктами. Цены-то куда растут? Она говорит, каждый день растут, вы не представляете. Каждый день меняем ценники. Шмар. Она даже сама сидела там в шоке. Ну, ёлки-палки. Угу.
стол развалился. Так надо, потому что есть его над столом, во-первых, во-вторых, кусать как следует. Давай, давай, грызи. Жуй, жуй, глотай. Аж стол поехал у нас. Ты чё? Это не ролл, это каша. О, каша какая-то. Так ты засунь его в рот уже полностью. Угу. Кушать-то. Да, сегодня... А почему мы сегодня это решили роллы сделать? Потому что Аня говорит, что-то это роллов захотели. И они с мамой... А говорит, ну, рассказывала, пытались все постряпать, и у них не получилось. Я говорю, так давай сегодня сделаем. А нет, мы вчера разговаривали, давай завтра сделаем. Она говорит, давайте. И вот мы сегодня с ней бегали в магазин. Маша на учебе. Ваню отправили на учебу. Mm-hmm. И пошли. Сходили, нам отремонтировали две люстры. Ой. Yeah. Лампочки. Угу. Настольные лампы. Можно. Они все одинаковые. Ну, там салат торчит просто. Да. Блин. Чука очень вкусная. Вот, вот ее раз от раза, знаете, вот. Один раз возьмешь, она не очень. Попробуй один раз макну в соевый. Другой возьмешь, она прям вкуснючая. Нютке так понравилось сниматься в видео. Комментарии читают. Спасибо всем огромное. Ей очень приятно. А кто писал по поводу зубиков, она все это прекрасно знает. И кто знает анатомию человека, тот прекрасно понимает, что организм растет. Строение черепа, костей и всего остального меняется. И нужно подождать 18-летия, а потом уже что-то предпринимать. Поэтому... До 18 осталось, можно сказать, уже 4 года. И все у него будет хорошо. Да. И мама в курсе. Исправят свое дело, если захотят. Угу. Конечно, сейчас же все исправлю. Ну, кстати, ТикТок есть. Я упал. Тоже опять упал? Угу. Помидор. На. Как вкусно. И у нас в ТикТоке, кто на нас подписан, я указала на нее ссылочку. Как можно ее найти в ТикТоке? Так что переходите, заходите, да. Подписывайтесь. И будет приятно. Угу. Это вот что, перец, да? Ты меня спрашиваешь? Ну, вроде. Запеченные роллы делаю уже второй раз. Я раньше уже делала их, пробовала. Что? Вот такое вот он внутри. Так. Вот. Но я не делала вот с такой шапочкой, я делала с другой шапочкой. Вот эта шапочка тоже ничего вкусная. Угу. Там немножечко... По-моему, она еще добавляла соевого соуса. Чуть-чуть, капельку. Майонез, сметана, сыр натертый мелко. Не порви, пожалуйста, а. Сейчас что? Опять порвется у тебя все. Ешь нормально. Не знаю, Маша вон съела, ничего не развалила. Или ты не ела такое? Ела. Ела? Я ем, у меня ничего не разваливается. У тебя все разваливается. М?
Я еще хотела в кляре сделать. И, блин, забыла. Надо вот эти вот в кляре сделать. Вот эти? Ага. Блин. Вкусно было бы. Угу. Маша не Маша, да? Если не перевернет. В каждом видео, где у нас ролл, она переворачивает ролл с ног на голову. Они сами. Да, вон там получается. На. Тебе надо было. Мне это зачем? Такие сытные они. Ой. Домашние же, там одна начинка. Но. Меньше риса, больше начинки. Эта штука вообще обалденна. Это просто что-то с чем-то. В этот раз. В прошлый раз вот я брала, когда последний. Мне она не понравилась. Она какая-то как есть, протухшая была. А это прям свежачок. Ну, срок годности закончились. Угу. От срок годности смотрела? Вот это с кабачком. Мне прям с кабачком очень понравилось. Сегодня увидела кабачок в магазине. Молоденький, небольшого ростика такого. Ну, размерчика. И прям представила, как я его пожарила, я его съела. Просто без всего, без муки и без всего. Без чего? Что? Угу. Летом думаем, постоянно кабачки сорвем в огороде, жарим, оладушки до всяких. Я вообще просто обожаю кабачки. Просто обжаренные с двух сторон, посолить, поперчить, все. А вообще, бомба. Я не могу. Ты нравился? Эти роллы слишком сытные. Так тебя ж никто не заставлял их пихать у себя. Это не... Все. Может, ты будешь еще? Я потому что накушалась уже. Я пока готовила, наелась, видимо, глазами. Как я глазами? Хотя ничего не покушала. Вот, только вот сегодня. А ты с колбасой не был? Нет, я не сделала с колбасой. Хотела и не сделала. Ты просто чудо, Маш. Так что вот, дорогие друзья, ты сегодня... Пакеточек. Ты приготовила роллы вкусные, сытные. Понятно. И мне скоро на рукопашные бои. Вот почему. Ладно. Так что, дорогие друзья, надеюсь, вы оцените наше видео лайком. Лайчка. Обязательно пишите свои комментарии по поводу видео или просто вопросы под под видео. Что-то у вас вопросиков, по-моему, уже не стало. И обязательно ждем от вас подписку. И обязательно увидимся с вами в следующем видео. А мы пошли. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.